Инжирыч. Ну, он сушеный, уже, конечно, обработанный сильно. Не такой, как с дерева. С дерева-то он вообще мясистый такой, прям фиолетовенький. Такой висит прямо аж это... Медовый весь такой, пчелы на него слетаются. Такой весь он прямо раскрывается. Ну, такое мясо из него торчит. В общем, он полезен для мужчин в основном. Ну, для женщин, для всех полезен, но тут есть у него такое свойство, улучшает там мужские функции, в общем, такие как фиговое дерево считается полезные. И листья, кстати, у него тоже полезные, их и заваривают, там что только они делают, сушат. Ну вот сам плод вместо конфеты отлично намыли. И вместо конфетки захотел сладенького, уж лучше инжир съесть, чем конфетину со всякими там дрянями, маргаринами, чего только нет.